Срочно, мы его теряем! Что это нужно? Капельница, искусственное дыхание. Вы диагноз слышишь, что это тут? Ух, не юбки, а наши национальные костюмы. Мы шотландцы, не носят нижнее белье. Да ну. Да, покажи. Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Антонов, допрыгался. О, еда. Что, еда на 10 дней. Фу, что это так? Паровую еду. Полезная и здоровая пища. Приятного аппетита. Фу, блин. Я попал в больницу, и тут кормят отвратительно. Да, все будет. Я тебя понял. Давай. Что там? Попросил еды нормально принести. А, так легко, давай принесем. Вот это мы друзья. Погнали. А этому куда? К нашему другу. К какому? К Сережке. С этим вы к нему не пойдете. Чего? Нельзя. Нельзя. У нас тихий час. Выметайтесь отсюда, я сказала. Давай, пошел он. Ту химию, гастриты потом. Ребята, меня зовут Влада 4, Кобяку. Слушай, а тебе эта медсестра никого не напоминает? Да. Кто? Это же Галя, жена билетера. Кто? Мы вообще никак не пройдем. Как это не пройдем? Способов появилось. Ого. И вот тебе первый, необходимое для выздоровления. Таблет антисепт. Сейчас все принесу. Так-так-так-так. А я подготовлю таблеточки. И вместо них будет ММНЭТС. Сивые таблетки? Я бы их съел. Сереге, это нужнее. Ну, таблеточки раздаем и свободны. Стоять! Да, вот. Так. Обход больных. Сейчас быстренько таблеточки всем раздаем. Бобровой струи. На ночь. С утра как молодая. Ладно, пройти можно. Но показывайте чемоданы. Нас начальство отправило. Вот мы и делаем приказ. Слышь? Ладно. Так, таблеточки. Я антисептиком воспользуюсь. О? Чужого отделения. Пахнет-то как. Чуть не спалились. Ага. Веточек принесли, чтоб ты побыстрее выздоровел. Давай, двойную порцию. Обязательно выпить две пластинки за сегодняшний день. Все, Серег, давай. Все, спасибо. А ты, кстати, когда-нибудь лежал в больнице? Не, я вообще не рад. Подписчики, а вы когда-нибудь лежали в больнице? Тебе знать в комменты. Давайте, нам очень интересно. Попал в больницу прямо перед призывом в армию. Я в это не верю. Серега не такой, он бы не стал косить. Форму. Скажем, что мы представители военкомата. Прикинь, я на такой говорю, красть траву. А ну-ка стоять. Вы куда собрались? Ну как куда? У вас пациент лежит, Сережа Антонов. Что получается, Антонов от армии хочет, да? Молодцы. Армия из мальчика мужчин. Делает. Звезды разные на погонах. А мы теперь главнее главных. О, красная, здорово. Сережа! Сергей! Добрый вечер! Ну что? Держите, распишитесь в повесточке. Так это у меня не годен я, не годен. Да, Серега, расслабься, ты что не... Сладенького, держи. Что, погоны? Держи, Серега, мы для тебя любые звания придумаем. Давай. Да, понял. Закончились. И ему срочно нужна шоколадная помощь. И бегом спасать нашего пациента. Погнали. Блогер к этому под ролик поставили мало лайков. Да, ребята. Ну и это, чтобы не появлялось, ставьте лайк под этот ролик. Точно, срочно, мы его теряем. Что это нужно? Капельница, искусственное дыхание, обследование. Какой диагноз? Чем поступил? Может, вообще не в наше отделение надо? Первый раз такой диагноз слышу. Что это тут? Ох, вот. Что с этим? Пошли вон отсюда со своей едой. Да, представляю, как Сереге там скучно, наверное. Так, может быть, мы принесем ему развлечения? Конечно, хорошо. Но мы-то хотели пронести сладости. А, съедобный. Прикол. Ну, погнали, попробуем. Травку не заказывали? Так это не вам, это в палату. Это ж сын самого директора. А я еще и думаю, кого это он мне напоминает? Тяжелый, пропускайте уже. И ничего, пухлый, постоишь. Развлекается, проходите. Давай, осторожно. Сыновья директоров. Ничего, нам телек останется. Ты не понял, он шоколадный. О! Держи. Ой, сюда, давай, вперед, чтобы посмотри. Плазма. Так, думай. Кобяков, что ты молчишь? Потому что я мим. Получается, разговаривать с этой женщиной, то мы будем молчать. Чё? Ну, это цветы из шоколада. Ну чё, я тоже погнал перевоплощаться. К нам пришли. Я? Что я? А, поняла. Ой. О! Дук! А, это, точкарик, Антонов, видите, а скрутите мне собачку. Весело, проходите, сладости не несете. Блогер, что ли, все приходят, развлекают. О, цирк приехал. Какой тебе цирк? Это мы. А, тоже отлично, сладости принесли. Да, во, посмотри. Во, берешь, отламываешь. Ну все, мы пошли. Удачи. Блин, пацаны, спасибо.
Я тебе сейчас только попробую. Так, не понял. Вы слышали это? Это же молния Маккуин. Ты понимаешь, про что я? Его срочно нужно остановить. Включить. Сейчас на светофоре нету красного цвета. Спускайся под этот ролик, нажимай на кнопку подписаться. Если ты нажал, то поздравляю. Твоя мама самая лучшая. Пряник. Какой пряник? Тебе всю еда мерещится. У меня для тебя плохие новости. Ты псих. Ты не понял. Я главврач. Идем переодеваться. Шпионы! Тихо-тихо! Здрасте! Вот привезли еще одного психа к вашему Антону! Подожди! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Так это он хоть не опасный? Что ж делается? Ладно, проходите. О, да! Приезжают Маквины какие-то. Посмотри! Оп. Это все сладости! Так! Так! Нифига себе! Шоки просто! Ну все, наслаждайся, а мы пошли! Понял. Так-так, в чем мы еще не проносили сладость? И в шортах проносили. Везде проносили. В каких юбках? Вы ж мальчики. Да не, Кобяков, погнали. Ой, вы на них посмотрите. Не юбки, а наши национальные костюмы. Мы же атланты. Нас тут такое разводить не надо. Ну подождите, женщина, ну... Мне? Не стоило, конечно. Ну, есть озеро Лохнесское с чудовищем. Конечно. Это что? Тоже мне? Да, это вам. Не носят нижнее белье? Да ну. Да. Покажи. Все, проходите, идите. Ой, что-то мне аж жарко стало. Серега, вставай. Только аккуратно, не смотри. Не оттуда только. Ну все, приятного аппетита, мы пошли. Договорились порубиться в Mortal Kombat. Есть идея. Ну-ка. Если Серега не идет, притащу костюмы, а ты разучи приемчики. Так, Ладос, держи. Переодеваемся и идем. Так, бродяги, сразу вокруг столько девочек, они косплееры. Мы фанаты игры Mortal Kombat, битвы, соревнования, приемы. Ну, конечно, понимаю, у меня здесь, если кто-то без бахил. Зато мы в масках. Ладно, проходите. Поаккуратней. Извиняюсь. Казенная. Блин, как же круто. Да, походу, Серега не зря сюда прилег, раз нас не узнал. Кобяков, что ты все топчешь? Не топчу, а дегустирую. Я же повар-поваров, то мы спокойно сможем занести сладость. Здравствуйте. Что везем такое вкусненькое? Как что? Ничего. Диетический чай. Это хорошо. Ну, правда, на меня не работает. И не считает. И женщина вы действительно красивая. Чаек добавляешь немножко конского щавеля. Так, за комплименты, конечно, спасибо. И вот же, чего лишнего? Так, а ну-ка, черпачок, чаек. А, понравилось, да? Не понравилось, но все, проезжайте. Гадость какая. План сработал. Так, теперь вылавливаем. Оп. На здоровье пейте. О. Чего нету? Слышишь, давай ешь. Мы для тебя старались. Че подумал? Мы на Серегу столько денег уже потратили. Я не жмочусь, я просто экономный. Экономный? Ты будешь в нем смотреться великолепно. Ниже спины. Иза, что вы мне морочите голову? Будет весело. Здравствуйте. Вы не представляете, что произошло. Наш друг Серега. Сказать, у нас со сладостями нельзя. Да вы что? Вы бы беспокоились, чтоб мы ничего не вынесли. Проходите. Ай, здравствуй, братик. Как давно мы не виделись? Не знаю. А вот так? А? Волосы? Это не волосы. Вы самые лучшие родственнички. Кобяков. Oh, nice to meet you. Ситуация такая. Переодеваемся в английских сэр. Видом друзей из Великобритании. Вы гениальны. О, какие люди. Английские сэры. Да ладно. А собака? Dog. Офигеть. Я тоже немного шпрехаю. Мне вот эта песня нравится. Мадам, вы просто amazing. Ой, Антонову кем приходитесь? We are friends. Ну вот это вот candy shop, ту-ту-ру-ту. Ваши очки посмотреть, я люблю заграничные вещи. Какой-то странный монокль. Шоколад. Ну-ка. Английские сэры, говорите? Я вам сейчас тут нафиг отсюда. Я таких сэров... С этой медсестрой нужно пожёстче. Да! Ты нас останови. Да! Ух, что-то мы разошлись. Мы выдвигаемся. Ой, ущипните меня кто-нибудь. Наше судно бороздило моря и океаны. Красавчик, не форсируй события. О, великая дева-воительница, прих в палату. Да ладно, перед вашим величием. Но это ноги, ботинки старые. Внеплановая. Вкусняшек тебе принесли. Вот это прикол. А еще и косичками. Это сырные косички. Да. Съедобные. Не-не-не-не-не-не. Это чтобы защищаться. Ну что, надеюсь, вам понравилось это видео. Имеем еще. Ну а с вами был я. Пока-пока.